Образование и общение без языковых барьеров. Национальный университет, Одесская юридическая академия подписал меморандум о сотрудничестве с Международным образовательно-методическим центром The Internal Education. Это сотрудничество позволит продолжить плодотворную работу по воспитанию высококвалифицированных кадров, которые не только прекрасно разбираются в специальности, но и знают иностранные языки. Мы подписали сегодня договор о сотрудничестве, мы подписали договор о том, что мы будем работать вместе, потому что абсолютное большинство сегодня молодых людей хорошо знают или стремятся к тому, чтобы знать хорошо иностранные языки, и в частности английский. У нас в Национальном университете юридической академии эту работу мы проводим уже более 15 лет. Все начиналось с преподавания на трех языках. Студент мог выбирать сам, на каком ему было удобнее изучать тот или иной материал. В начале 21 века это было настоящим прорывом в системе высшего образования. Юракадемия продолжила развитие в этом направлении. По словам президента Одесской юракадемии Сергея Кивалова, изучение дисциплин на английском, немецком, французском и других языках на сегодняшний день приоритет высшего учебного заведения. На каждой кафедре есть те преподаватели, которые хорошо знают не только право, но и знают хорошо право на английском языке, на французском языке, на немецком языке. И вот нас это именно отличает. У меня иногда спрашивают, почему вот в других вузах значительно меньше набор, допустим, по Одессе, а у вас там в 4-5 раз больше. Мы в этом году набрали более 4000 студентов, выпускников школ. Почему? Да потому что мы абсолютно внедряем новый процесс обучения. Процесс обучения, который связан с сознанием права на английском языке в первую очередь. Генеральный директор London School of English Грэм Джонсон отметил высокий вклад президента Одесской юракадемии Сергея Кивалова в популяризацию изучения иностранных языков среди студентов. Одесская юридическая академия на сегодняшний день – единственный университет на постсоветском пространстве, в котором действует уникальная система преподавания предметов на иностранных языках. It was a real pleasure to meet Sergei Kivalov, because I've been in Odessa for over 12 years now, and it's the first time I've met him. But of course, I've heard so much about him and how he really cares about education in the city and how he likes to work with young people and he cares about their future. And it's really great what's happening here with English and how he's trying to introduce English in more and more courses, which I strongly approve of, because I think the way forward for Ukraine is to have a lot more English in the education system. Иностранные языки студентами юракадемии усваиваются легко, а все по той причине, что лекции читают непосредственно носители языков. Это лекторы ведущих зарубежных вузов, иностранные практикующие юристы, политологи, социологи, психологи и журналисты. При этом предпочтение тому или иному лингвистическому направлению студент отдает самостоятельно. По словам Грэма Джонса, подписание меморандума позволит еще более усовершенствовать образовательный процесс в юракадемии. Более того, сотрудничество с Международным образовательно-методическим центром будет полезно и преподавателям Академии, для которых предусмотрены методические мастер-классы для изучения новейших технологий преподавания. So we signed the memorandum with Law Academy, Odessa National Law Academy, with the Internal Education, because we already work together, and this is to help us to work together even closer in the future. I think it's a fantastic achievement to make. You know, such just looking at this, for example, yeah. I mean, it's a real pleasure to go to his school every Monday morning and work with the students there. It's a fantastic school. I must say, I've never been to a better school in my life. I have to say, the facilities there are fantastic. The teachers are great. Everything is great, and also the Law Academy, Humanitarian University. Everything is always really nice, really professional, and it's a real pleasure to work in such institutions. К слову, диалог у Грэма Джонса со студентами Одесской юридической академии налажен давно. В частности, будущие юристы и их коллеги задают носителю языка интересующие их вопросы о Великобритании, тем самым усовершенствуя свой уровень английского.
В течение нескольких лет кафедра иностранных языков номер 2 проводит тесное сотрудничество с The Internal Education, а также ее директором Грэмом Джонсом. Сегодня мы рады сообщить, что наше сотрудничество вышло на новый уровень, и мы подписали меморандум, благодаря которому студенты и преподаватели Национального университета Одесская юридическая академия смогут принимать участие в различных мероприятиях. Также хотелось бы выразить благодарность президенту Национального университета Одесская юридическая академия, академику Сергею Васильевичу Кивалову за поддержку преподавания иностранных языков. Грэм Джонс также является генеральным директором London School of English и наладил эффективное сотрудничество с Международной академической школой Одесса. Грэм Джонс – учитель школы будущего. В программе МАШО уроки иностранного языка являются обязательными, начиная с первого класса. Для учащихся выбор широк – английский, немецкий, французский, испанский, японский и китайский языки. Мы особое внимание в Международной академической школе уделяем именно иностранным языкам. Вот взяли преподавателей мы по физике. Читается физика для старших классов у нас в школе на английском языке. Я считаю, что это будущее, за этим будущее. Нужно делать то, что сегодня востребовано. А сегодня востребован иностранный язык. Наша компанія The Internal Education, яка є міжнародною освітньою компанією на ринку України, ми представлені на ринку України вже понад 20 років. Дійсно пишаємося нашою співпрацею з навчальними закладами, які є під керівництвом так Сергія Васильовича Ківалова. І ми плідно співпрацюємо зараз з академічною школою, де Грейм Джонс читає заняття, проводить уроки, власне повноцінні уроки для учнів академічної школи. Які ми відгуки отримуємо? Що школа, звичайно, прекрасна, діти дуже мотивовані, так? Їм, неймовірно, подобається вивчати англійську мову. Також прекрасні викладачі, які з радістю відвідують наші семінари, вебінари, які користуються гарними автентичними ресурсами і вкладають дуже багато зусиль в своїх учнів. Благодаря таким образовательным подходам студенты также получат нужную базу для сдачи внешнего независимого оценивания на любом иностранном языке. Выпускник вуза, который идеально знает не только основы своей специальности, но и может без проблем обсуждать их с представителями любой лингвистической школы, приоритет для щедрого работодателя. А Юр-академия о благополучном трудоустройстве своих студентов заботится вот уже 24 года.